Хакеров, которые смогут обнаружить уязвимости в информационных системах Казахстана, вознаградят. Для этого в стране запустили специальную платформу и вносят изменения в законодательство. Только за 2 года тестирования сервисов было обнаружено 1700 уязвимостей в Казнете. На платформе уже работают почти 1500 исследователей. За это время им удалось предотвратить утечку данных казахстанцев на ЕГОВ, медицинских сведений 7 миллионов пациентов и исключить доступ к системе управления водоснабжением главного города страны. Если вы, да, обычный гражданин, там, программист, инженер, там, белый хакер, исследователь, находит уязвимость там, в электронном правительстве, либо в какой-то системе, позволяющей ему, например, получить доступ к персональным данным гражданам, либо позволяющей, например, проникнуть в систему, да, и внести какой-то деструктив, он может это все легально сдать, получить за это вознаграждение, а владелец системы это все должен будет исправить. То есть это у нас прям вносится в закон о цифровизации.